даже не разорвал школу, двойка в четверти в году. Наступило лето, и мне было не до этого. Ведь совсем не рано я узнала, что мои оценки. И оказалось, что у меня двойка в четверти в году. Я стала нервничать, но мне стыд за это. Мама, иначе мне не улететь. Я решила поглядеть за мамой. Поэтому я мама на кухне пила чай. Ты не сейчас кого-то не позвонила резко. А я приеду, потому что я что-то трава. Мне чем быть 3-4 оценки. И когда вы тоже, да, знаю. Что? Это правда? Да! За что? Ну, это так вот, что? Что? Ты сюда не знаю, что там я. Надо было купить. Надо было. Что же делать? Приходи ко мне. Через полчаса я скандала меня. Вот это тебе, знаешь? Она должна была ее думать, а ты не думать, как решать эту проблему. Слушай, я вообще в шоке. А он, не знаю, если бы не стала, и тут я просто подставил на дорогу, а самое интересное, что предупредила об этом. Вообще, это достаточно серьезная проблема, однако, правда, если бы тебя беспокоит. Я понимаю, все равно рано или поздно моему слову попаду. Надо что-то кардинальное придумать. Вдруг я не буду много. То, что это, я как называется, замечание чудес. Значит, как школу закончил. Я не знаю, а сам лично не позвонил. Включай, я не знаю, я тут сюда. Я хочу вам смотреть. Ну ладно.